Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеодекерь. Продолжаем играть за Палача. Сурвы в очередной раз взяли свалку, как будто бы других карт не бывает. Где Ямаока? Где Институт Уэри? Где хоть что-нибудь нормальное? Ну, хоть что-нибудь. Для разнообразия хотя бы, где болото? Где Мидвич? Одно и то же. Свалка Макмиллан. Свалка Макмиллан. Хватит. Ну, невозможно, реально. В каком-то интересном мире они себе втемяшили в башку, что это типа киберспортивные карты. Вот и все. Эшли Джей Уильямс. Надо обязательно следить за Джилл. О, отжала. Молодец. Мина того не стоила, дружок. Слепить вы, конечно, не умеете. Чё, спиливать будешь? Ну, Автохевен и Макмиллан должны брать сурвы, которые хотя бы примерно понимают основы, как бегать манов. Если вы ни хрена в этой игре не понимаете, вы нахрена берете эти карты? Для вас сад счастья создан. Вместе с Ормандом. Молодец. Фонарь. Нет. Я думал, фонарь бы. В
Так, я видел ноги. Вот хочет поиграть, это интересно. Да я же попал. А какой осколок-то может быть? Что за бред? Сколько тайминг у осколка? Вечность, что ли? Еще, блядь, орех. Как говорят сурикатики, ты обязан это обыграть, у тебя же ведь оружие. Да пиздец какой-то, игра, ну прекращай, ну что это такое? Я на ровном месте проигрываю из-за того, что баланса нету ни хрена. Если не ушла бы, отхватила просто по самую кочерышку. Как это все обыгрывать? По 100-500 перков второго шанса. Это просто не смешно, блядь. Ура! Стойкости быть не может. Этим клетка и прекрасна. Ни один другой ман так делать не может, как палач. Контрит все перки, которые идут после крюка. Эх, жалко, конечно, что при четырех мрачных объятиях одержимость не перескакивает на свободного сорва. Ну, то есть по любасу надо кого-то показать, не? Законтрено.
это все. Очередные свальщики отправлены на свалку. Вот такая вот интересная тавтология. Всем спасибо, ребят, за просмотр. До следующих серий. Всем пока.